И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик, как всегда, отличнейшее настроение. Сегодня играем в FNAF. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Так, убираем камеру и нажимаем Restart Night, пока разобрались, как ее запустить. Нажали, не нажали? Да. Сейчас вроде... должен экран потемнеть. Вот, да, все, да. Значит, нажали. Отлично. Все, он нам сейчас будет рассказывать. Но он будет очень долго рассказывать. Давайте нажмем Top Sound. Все, время пошло, видите, слева вверху 12 часов. Они будут идти ровно с 3 часов. Мы просто первую ночь посмотрели. Тяжело было начать игру, потому что куча кнопок. Димончик, где мы покажем подписчикам нашим, что здесь пойдем. И как? Карта очень классная. Опа, Balloon Boy. Смотрите, ребята, здесь все пиццерии в одной. Надеюсь, вам понравится, как и нам. Блин, я даже не хочу смотреть, но мне кажется, 100% есть там маринетка. Ну-ка. Есть, смотрите, ребята. Она сидит, ждет своего выхода. Заводи ее. Не-не-не, я ее боюсь заводить. Так. Давай так все исследуем. Окна. Уже в 3 часа ночи начнем напрягаться такие немножко. Темные. Да-да-да, все классно. Окна посмотрим. Давайте возьмем УЗИшку. Можно вообще ничего в руки не брать. Вот так вот. Красота. Смотри, тут такая музычка веселенькая. Вообще классно сделано все. О, Димон, тут еще, смотри, кухонька. Тут здесь открывается? Нет, закрыто. Тарелки. А да вот это с разных, да, частей все, Димон, склеили в одну. О, смотри, туалеты по отпечаткам пальцем заходить, да? Это же отпечатки пальцев приложишь. Не, это... Кодовый замок. Но... Да. Сетчатку глаза сканируют и заходишь. Она большого. Гром гремит, земля трясется. Это Фредди к нам несется. Да-да-да, я помню, такой комментик был. Вон тут они тоже отдыхают. Устали. О, после подожди, рабочего подожди, трое дня. Здесь и трое здесь. Не-не-не, это, короче, смотри, аниматроники, которые утром работают, а это аниматроники, которые ночью работают. А тебе не кажется, те, что стоят больше размером, те, что сидят? Ну, видишь, ночью, которые работают, они больше. Все, я понял, чтоб убивали таких, как мы. Да. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита, а мы здесь видим разобранного Фредди. Это может, прикольно, может, это очень антуражно. О, головы его нет. А чё, фиолетовый Фредди разве был? Пердюшкин, и голова запасная у него. Но без ушей, ушей нету. Здесь босс живет. Босс? Я, да. Хуга босс. Здесь. Спанч Боб у нас сегодня босс. Все так красивенько сделал. Кстати, когда берешь фотоаппарат в руки, то время слева не отображается. Я заметил, да, аж испугался, думал, что мод слетел или еще что-то. Так. Смотри, и тут еще пиццерия. Сколько она мест вмещает в себя? Ничего себе. Может, она в оригинале такая есть, мы не знаем правду просто. Слышишь, кто-то уже домкает. Все, закрыто с той стороны? Да, ребята, карта не мелкая. Езди разгуляться. Так, все на сцене стоят. Сейчас 3 часа ровно начнется. Идем на наше рабочее место. Вот слева вверху батарея, видишь? А из-за чего она садилась? Дверь была это все время закрыта. И жрала энергию. Слышишь, Фредди где-то бегает. Да, интересно, электроэнергия восполнится заново, когда пройдет ночь или нет? О! А! Это был... Он не убил нас. О, пришел! Димончик, молодец! Фух! Я аж взбодрился немножечко, ребята. Началась атака, началась. Кстати, здесь как-то попросторнее, да, Димон, играть? Да, здесь. Так, на сцене Чика осталось только. Тихо. Слышу. О, фонариком ты светишь. Смотри, там Бонька стоит, видишь? Да, вижу. Ты когда фонариком просвечишь, смотри, видно мой фонарик? Да, вижу. Классно сделано. Ой, он там сзади кто-то был. У тебя. То свет от молнии, я уже испугался. Так, впустите а, меня. А вон я его в проходе вижу, смотри. Да-да-да, я тебя вижу, ты тоже выглядываешь. Губка Боб, красавчик. Туда нельзя зайти. Понял. А, смотри, Димон! Ты видел? Она ушла или нет? Ну там прям, знаете, я головой прям так заглядываю. Иди сюда, смотри. Сейчас смотри. Стой. Все, она ушла. Смотри, вон там, видишь, кто стоит? О, Бонька, привет! Блин, класс. 4 часа, Димончик, мы сейчас затащим первую ночь. Так, надо быть на чеку, потому что они с 5 часов жестко будут атаковать нас. Боня стоит там? Стоит. Да, а, стоит. А, Чика стоит, Димончик. А. Опа, фиолетовый человек, написано, ты можешь. О, я... блин, я испугался. Меня это пугает.
Да? Ну, камера включена в твою сторону, будем палить. О, слышишь? Да, смотри, там у меня заспавнился кто на моей двери. Да-да-да, смотри. Димончик, ты молодец. Ух. Опа, Боня с гитарой. Кстати, гитару как будто облизывают. Ну, я не так показалось, но как будто облизывают. Их двое. Всё, ходи отсюда. Димончик, иди посмотри, их двое. Стоит с этой стороны у меня. А чё так много? Я не знаю, это такой мод. Смотри, а у меня не ходит, не уходит никуда. Электроэнергия. А, 5 часов. 5 часов. А! Подойди до Фокси, ударься об него. Я знаю, он плохой. Он же не с первой ночи начинает бежать. Вроде с третьей мы туда играли, но с третьей ночи начал атаковать, да. Так, точно всю карту обошел? Сейчас я еще раз прогуляюсь. По зубу Бонни бью. По зубам? Беззубый будет, да. Гитара Боннина стоит. Кстати, а по Фредди по шляпе если бить, то это как бы не считается как за его тело. Как да? Будто по воздуху бью, да. И по ушам его. Да, пули тоже... пролетают насквозь, только голова. И уши, попробуй по ушам пострелять. Сейчас. Да, пролетает. Так, час ночи уже, ребятушки. Я Фокси рассмотрю близко, но подходить не буду. Да он дерзкий вообще, так подиум ему отдельно выделили. Плохой, держи гранату. Картошечка. Я его такой не берет, он металлический. Металлический. Его таким не убьешь. Сидит? Куколка наша, сидит. Сидит, отдыхает. Ой, можете гранатку закинуть. Так, 3 часа ночи, ждем. А, уже свет включился, Димон, видишь? Да. Уже вот прожектор. О, выключился. Сейчас они начнут ходить. Все, валим, значит, быстрее. Здесь по рандому, тогда было в 3 часа, а сейчас 2 часа. Так, пошли, 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 пошли. Бегу, 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 ускоряемся, ребята. Так, 3 часа ночи, надо на сцену переключиться, чтобы хотя бы видеть, как они там стоят. Так, камера, поворачивайся, поворачивайся, поворачивайся. Так, они на сцене еще троем стоят, все хорошо. Ну, тогда они тоже стояли. И приходили из другой части аниматроники. Все, Бонни нет, он пошел гулять. А, закрывай! Фух, Димончик, я испугался опять. Балунбой тут тоже кричит. Нормально, все хорошо. Чекаем, никого. А! А кто меня убил? Никого не было. А я, кстати, живой. Ты живой, все хорошо. Никого нету? Все, я стою возле кнопки. 5 часов, ребята, 5 часов, ну. Ну. Пожалуйста, давай, времечко. Заканчивайся. Какого? Блин, а как он нас так быстро убил? Ничего ж не было видно вообще. Так, а я не слышу даже его шагов, и не было вообще шагов его. На сцене никого нет, значит они дальше нас ищут. Он пришел, и я его такого вот здесь уже увидел, когда меня убил. Ребята, есть! Мы прошли первую ночь. Ху-ху! Вторая ночь у нас. А электроэнергия что, не обновилась что ли? Во! Ребята, вторая ночь. С опозданием, но запустилась. Все время пошло. Электроэнергия обновилась. Есть, наконец-то, ребята, этот режим работает. Хотя мы с Димончиком испугались немножко. Ну что, чувак, ты выжил. Надеюсь, ты вторую ночь не проживешь. Ой, проживешь. Ну, ты держись. Денег нет, но ты держись. Да. Как потом, как мы тогда играли? За 6 ночей 100 баксов дали. Ага. Я угорал тогда, это было сильно. Фокси прибежал в первую ночь, где такое видано? Они здесь перемещаются как-то стремновато и непонятно, есть там кто-то, нема. Оп, и прискакал. А ты слышал, как он бежал, Фокси, вообще? Нет, не было слышно. Просто пришел и замочил нас, да? Да, просто убил и все. Какой наглый парнишка. Ну я наблюдаю теперь за камерой. Да-да-да, а я за своей дверью чекаю. Теперь меня обмануть, Фокси. Он резко телепортируется к нам в комнату, надо рандомно узнать. Да не, ну так не мог разработчик делать. Ну да, это было. Ты же вообще издевается над такими, как мы, игроками. Я успею и так. Все равно они с угла не нападают. Они только так нападают. Они с 3 часов ночи начинают жестко валить. Они как-то до 2-3 заряжаются, на зарядке стоят. Я там видел, зарядка Nokia лежала. Аниматроники-то старые, и от старого телефона зарядка. От Nokia 3310. Да, да, да. И они же такого же качества, с того же пластика сделаны. Поэтому им много-много лет, и они до сих пор работают. Ну да. Ну, у Фокси, насколько знаю, неделя зарядка держит. Да. Сейчас начну утрировать. У Фредди быстрее. Так, все будет 3 часа ночи, и начнется самое интересное. Шоу.
У меня показалось, кто-то за окном стоит, там никого нет. У тебя окно есть? Да, ну вот. У тебя что же окно есть? А, я думал, там на улицу. Да не. Так, все, я стою возле кнопки. О, пришел! Закрыл! А-а-а. Смотри, смотри, как Бонька выглядывает, смотри, какое у него лицо испуганное. Знаешь, как будто из-за угла. А-а-а. Привет! Чё он такой стрёмный? Он ушел или не ушел? Я боюсь дверь открывать, подожду лучше. Не, он ушел вроде. Не, Димончик, я так подожду еще хотя бы 4-5. Электроэнергия вообще не садится, смотри. Еле-еле. Это блин, ну открывать? Да. На твой страх и риск открываю. Ух, никого. Ребята, постараемся пройти две ночи сегодня в одну серию. Тю, блин, испугал меня. А, фиолетовая рожа. Знаешь, это разработчик антуражности добавляет, чтобы страшнее было. Тем более, все боятся фиолетового парня. Стрёмно, стрёмно. Люблю грозу в начале мая. Как треснет и нема сарая. Да. Опа. А, балун боюшка. Во, смотри, смотри, Димас, на этот, на камеру, я там свет делаю, видишь, в камере. Да-да-да, луч от фонарика, ну не буду отвлекаться особо. Сейчас во, чик. Фредди! Димончик в последнюю секунду успел закрыть. Фредди стоит? Я Фредди вижу, кстати, стул, я тебя могу отодвинуть? А-а-а. Да что ж ты пугаешь, блин? Фиолетовая рожа. Фредди стоит. Закрой все двери, подойди, все равно нам электроэнергии хватит. Закрой двери, посмотри, какая анимация у него классная. В оригинале такого нету. Он плясал. Есть, я открыл двери. Блин, Диман, мы, кажется, можем закрыть две двери, и нам хватит до 6 часов. Все, закрываем двери, реально хватит. Здесь не так, как в той части. Да ну что ж такое, смотри, он прямо вторую ночь атакует нас. Ну так зато, ребята, затащим. Как всегда, наша технология и схема работает. У каждого додика своя методика. Честно, Дима, мне нравится проходить так части. Когда время идет, ты боишься, закрываешься, шкеришься, потеешь, срёшь. Ну, срёшься? Нет, ребят. Давай. Ну, бывает случаи. Да, у некоторых. Кстати, тут, ребята, лежит Ксюша у меня на ручках, передает всем привет. Да что ж ты такой крепкий, пацан? Творишь. Смотри, батарея вообще не садится, Димон. Дай на него посмотрю, он такой красавчик. Тоже вот пляшет. Через камеру смотри. Через камеру смотри, Димас, я его подсветить. Ага. Не вижу, что на него светил. Свет не падает, кстати. Ты, наверное, там нажимаешь, но он не горит. Там, кстати, еще сзади него кто-то стоит. Там Чика стоит. Возле моей двери никого нету? Никого. А то в основном, знаешь, Димас, это... Мы на батарейках держимся, но... Да. Или генератор поломанный, постоянно ходи его, заводи. Задрал он уже. О, села электроэнергия. Ну нам хватит. Тут три палочки. Фокси бежит, ты видел? Нет. Вот это дрожит из-за него карта. Я видел, как он бежит, Димон. Ну тяжело, что могу сказать. Тут у меня никого нету. Никого. Кстати, что-то посуда гремит на кухне, походу, там. Фокси пошел кушать. Ага. It's me, это я, говорит. Мы знаем, что это ты. Ну, 5 часов, ребята. Сейчас будет вторая ночь. Надеюсь, сохранения работают второй ночи. Это будет неприкольно, если заново. Смотри, сколько уже энергии стало мало. Есть, притирочку. Еще б чуть-чуть. Это было классно, ребят, это было антуражно. Прошли все-таки. Вторую ночь мы это сделали. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!